связь. Попробуем. Лена, это просто капец. Он бросил меня. Под предлогом того, что я веду себя как ребенок. Представь, мне сказал, взрослая женщина. Я думаю, он просто искал повод. Это же Monster High, это Monster Family. Ну, как тебе? Скажи, бомба. Настя, нам надо с тобой серьезно поговорить. Нам надо с тобой серьезно поговорить. Back to reality. Блин, наконец-то лето. 3 месяца. 3 месяца тепла, жары. Мне кажется, я этим летом успею все. И на море съездить, и загореть, и влюбиться. Буду встречать закат и рассвет. Этим летом я буду самая счастливая. Ну, месяц ушел впустую, конечно, но еще 2 месяца впереди. Так что я еще успею и на море съездить, и влюбиться. В смысле 1 августа? Что, реально 1 августа, да? Это полный пиздец. Ну, хоть на море успеваю съездить. Осень в небе, жгут корабли. Настя, ну не переживай. Ты еще успеваешь посмотреть закаты и рассветы. Иди ты в жопу. Блин, ну это точно любовь. Мы с Ромкой с 9 вы уже встречаемся целую неделю. Мы даже решили отметить эту годовщину. Коля, ты ничего не забыл? Что? Что-что? У нас годовщина сегодня. 3 года. У нас с ним все настолько серьезно, что я даже в ВК поставила семейное положение замужем. Ленка замуж вышла, Светка замуж вышла, даже Катя замуж вышла. Когда моя очередь? Нет, ну у нас, конечно, не без проблем. Мама против наших отношений, но я думаю, она просто ничего не понимает. А мама мне говорила, бросай его, слушать надо было, дура. Ну, я думаю, что он у меня единственный и на всю жизнь. О, бывший идет. И как я с таким мудаком встречалась? Если мы расстанемся, я этого не переживу. Настя, мне кажется, нам пора расстаться. До свидули. Я ухожу, ухожу красиво. Алло, зай, встретишь меня, а то мне страшно. В смысле тебе тоже страшно? Алло, зай, как ты идешь после тренировки по боксу? Чего бояться? Блин, опять духи вместо баллончика взяла. Чу, кто меня изнасилует? Да я сама кого хочешь изнасилую. Опа! А что это мы сидим, а? Качает музончик по-любому. Ой, привет, а ты меня уже ждешь? Да, я специально пораньше пришла, чтобы, не дай бог, не опоздать. Слушай, ну тут так дорого, я знаю место получше. Ну как тебе? Идеально. Ну что, Настюш, поехали ко мне фильм посмотрим? Хорошо, тогда я за презервативами. Ну что, Настюш, какое вино домой возьмем? Может, пиво? Футбол лучше пойдет. Настюша, а как ты подписана в Инстаграме? А я не сижу в Инстаграме. Выходи за меня.
Зашибись, еще и батарея села. Алло, Лен, ты где? Едешь? Хорошо, жду. Алло, а сейчас ты где? Едешь? Ага, жду. Алло, ты еще не приехала? Алло, Лена, ты знаешь, что ты уже опаздываешь? И опаздываешь, между прочим, на 16 секунд. Уже 18, уже 20. Так, Лена опаздывает на 15 минут. Алло, мам, как у тебя дела? Настя, я купил тебе круассан. Так куда? Мне же поправлю. Так тебе и надо поправляться, ты же худенькая. Настя, смотри, какое красивое место. А давай я тебя тут сфоткаю. Настя, что случилось? Фотография не получилась. Так давай я тебя перефоткаю. Зай, расскажи, как у тебя дела на работе? На работе ничего интересного. Лучше расскажи дела, как у Ксюши в отношениях. Ой, да у Ксюши все очень сложно. А тебе это действительно интересно, да? Конечно, интересно. Настя, тебе надо купить новую сумку к туфлям. Каким туфлям? У меня нет туфлей. А я тебе разве не сказал? Мы сегодня идем покупать тебе новые туфли. Настюша, а что тебе подарить на годовщину? 15-е уже близко. Настюша, это тебе. С тебя полтос. Слушай, я тебе говорила, Ленка ж замуж вышла. Настя, я считаю, что свадьба это формальность. Я вообще в ближайшие 5 лет жениться не собираюсь. Ой ты мои щечки, ой ты щечки мои. Настя, ты самая лучшая среди всех моих девушек. Я решила его простить. Он купил мне шикарный букет и сказал, что это было в последний раз. Все, это точно конец. Я больше этого терпеть не буду. И Саре застукала его с бабой у нас дома. Я что, на дуру похожа? Лена, прикинь, это была его сестра. Она сама это подтвердила. Такая милая девушка. Все, мы окончательно расстались. И Стас, он понял меня. Убей меня, если я к ним вернусь. Лена, это тебе. Это приглашение на нашу свадьбу. Настя, ну он же тебя бьет. Бьет, значит любит, а ты просто не забудешь. Я же твоя дура.